Всех приветствую, друзья, моя имя Твистер, и CS2 не перестает удивлять. Сейчас сюда добавили огненные ножи. Подобный баг был, когда CS2 только-только вышла, но никто не знал, как его сделать. Теперь же, наконец-то, каждый из вас может получить огненный нож CS2. Для этого надо сделать всего парочку достаточно простых действий. Но я хочу вам напомнить, что гораздо раньше об этом баге я сообщил в своем телеграм-канале. Так что мой совет — залетать и подписываться прямо сейчас. Потому что здесь выходят самые свежие новости о CS2 и разные интересные фишки. Для начала вам нужно купить молотов. После этого вам нужно нажать на левую кнопку мыши и начать анимацию поджога молотова. А потом резко ее отменить колесиком мыши. Но обязательно сделать свайп вниз. И также резко потом вернуться обратно на молотов. После пары попыток у вас точно получится. В один момент вы увидите, что молотов сам загорелся. И сразу же после этого переключайте на нож. И как вы можете заметить, вы получаете огненный нож в CS2. Выглядит просто невероятно. Как по мне, это одна из самых лучших фишек CS2. Но думаю, где-то через недельку понерфят. К слову, это огненный анимация не сбивается, если вы переключаете оружие. Также она не сбивается, если вы выкинете молотов. Но после окончания раунда или смерти ее придется делать снова. Ну и на этом с вами прощаюсь. Всем удачи и хорошего дня.